Ребят, всем привет, ютубовцы мои, еще раз, кто меня смотрит, кто на меня подписан, через два дня на торгах будет вот такой Lexus, он абсолютно целый, этот Lexus, 2022 года, на нем всего 8000 миль пробега, машина на ходу, заводится, едет, жидкости все чистенькие, никаких царапин, вмятин я не вижу на этой машине. Но она будет продаваться на аукционе, эта машина. Почему она будет продаваться на аукционе? Потому что эта машина, ребят, немножко подтоплена. Подтоплена. Но несмотря на это все, машина едет, заводится. Хотя я вот здесь даже и не вижу сзади. Здесь сухо. Сухо. Но водичка присутствует. Водичка присутствует впереди. В общем, вмятин, царапин нету. Все идеально, все четко. Вот здесь начинаются грибы, потому что пол мокрый у этой машины. Вот. Я ее уже завел. Она заведенная. Сейчас. Вот здесь пол мокрый у нее. Надо будет вытащить полностью все сидушки. И ее, в общем, высушить, прохимчистить пол. Вытереть вот эти грибы на сидушках. И, в общем, все, обратно одеть. Все запчасти есть на эту машину. Она в сборе. Ее просто надо... Вот, видите, где линия воды? Она сюда как-то затекла. Чуть-чуть. Получается, на сидушках воды не было. Сидушки сухие, и на них нету грибов. Вот. Через два дня на торгах. Кто хочет поиграть, такие машины, ребят, на аукционе. На аукционе такие машины, я думаю, где-то 30-35 они будут стоить. Примерно плюс-минус. Плюс-минус. У дилера, если покупать новую машину, такая около 35 тысяч долларов. Так, один ключ тут есть. Ага, и есть вот эта штучка, оказывается, вот она на месте. Все. Проверяем с вами, как она едет вперед-назад. Задняя камера. Машина назад едет. Машина вперед едет. Ставим ее на паркинг. Два ключа. Раз ключ, два ключ. Два ключа. Даже никакие лампочки не горят. Ни чек энджины, ничего. Пол бака бензина. Пол бака бензина. Черный потолок, люк имеется. Также немаловажно. Кому интересно данный аппарат, пишите, звоните, +1 413 244 8667, делайте предоплату, и мы для вас его сыграем и отправим к вам. Будете кайфовать. Немножко поработайте и будете кайфовать, сэкономите денег. Всем пока!